поступили, что я должен доказать вам свою благодарность. Но скажите мне прежде всего, кто вы такой, мой добрый незнакомый друг? С вами говорит никто иной, как сам повелитель Блох. Повелитель Блох? Это микроскоп, который изготовил один из очень ловких и искусных оптиков моего народа. Я вложу это стеклышко в зрачок вашего глаза, и глаз этот тотчас же приобретет свойства микроскопа. Отныне вы сможете без всякого труда читать чужие мысли. Я буду сидеть в вашем галстуке. Щелкните только пальцами, и стекло немедленно окажется в вашем глазу. И вы сможете следить за мыслями людей. А раз так, вы никогда не сделаете ложного шага. Ох, наконец-то я имею редкое удовольствие опять увидеть моего милого, доброго господина Тиса. Вот, наконец, показался этот глупый мизантроп. Нужно, однако, подольститься к нему, потому что я имею в виду занять у него немного денег. Вы нигде не показываетесь. Все так тоскуют по вас, мой сердечный друг. Давайте зайдем куда-нибудь выпить бутылочку вина за ваше здоровье, мой дорогой друг. Нет? Не станет же он, черт возьми, принимать мое приглашение. У меня ни гроша в кармане. Ни один трактирщик не верит мне в долг. Но если вы так любезно приглашаете, если вам доставит удовольствие выпить со мной бутылочку доброго вина, не буду огорчать вас своим отказом. Идемте. Хорошо с вашей стороны быть таким затворником и никому не показываться на глаза. Вы не поверите, как маменька хорошо к вам относится, потому что вы такой умный человек. Ну, обещайте же поскорее к нам прийти. Ну, поцелуйте же мою руку. Да, посетите нас поскорее, милый братец. Кузен красивый мужчина. Не понимаю, почему мать называет его глупым и пошлым и не выносит его. Когда он придет к нам, он непременно влюбится в меня, потому что я самая красивая девушка во всем. Я пойду за него.
Милейший Тис, милейший Тис, у вас чудесный вид. Дай вам Бог доброго здоровья. Если с вами что случится, вспомните обо мне, старом друге вашего покойного батюшки. Я уверен, что этот господин постоянно здоров, только от скупости. У него такой бледный и расстроенный вид. Мне кажется, что у него что-то неладное с горлом. Но попадись он только в мои руки. Не скоро он подымется опять с постели. Поплатится он за свое упорное здоровье. Такого здоровяка я быстро поставлю на ноги. Признаете ли ваши бумаги, конфискованные следствием по делу о похищении принцессы? Да, это мои бумаги. Мы внимательно перечли все ваши записи, все письма, не исключая легкие записи, не исключая списков белья для стирки и кухонных счетов. Мы обнаружили много такого в ваших бумагах, господин Перегринус Тис, что выставляет вас человеком высокой степени опасным. В ваших дневниках есть множество компрометирующих заметок, которые в отношении похищения молодых женщин не только проливают крайне неблагоприятный свет на ваш образ мыслей, но и ясно указывают на то, что вы уже не раз совершали подобные преступления. Но я не знаю за собой ни малейшей вины. В одном месте значится, есть что-то высокое и прекрасное в этом похищении. Далее, я похитил у него эту... Филину. Далее, я люблю эти похищения. Юлию, что бы то ни стало, должно похитить. И это неизбежно случилось, так как я заставил замаскированных людей напасть на нее и похитить. Во время одинокой прогулки в лесу. Взгляните-ка, почтеннейший коллега, ну разве я был не прав? Этот ужасный, отвратительнейший человек Перегринус Тис, ну прямо-таки настоящий Дон Жуан. Кто знает, где теперь искать
всех этих жертв его похоти, этих несчастных. Марианну. Марианну. Филину. Филину. Миньону. Миньону. Как бы там они ни назывались, настало крайнее время пресечь его бесчинство. Иначе этот опасный человек повергнет в плач и горе весь благословенный город Франкфурт. Какая чудовищная картина преступлений вырисовывается под ним его уже собственным признанием. Взгляните-ка на это место, дрожащий коллега. Судите сами, какие ужасные замыслы таит этот Перегринус. Я убежден, что речь здесь идет о человеке с преступными намерениями, который сожалеет, что ему не удалось сегодня совершить убийство. Но позвольте... Позвольте мне привести весь контекст, из которого вырваны эти убийственные фразы. Извольте. Извольте. Сегодня, в 20-й раз, я смотрел Моцартову оперу «Похищение из Сираля». И все с тем же восторгом. Есть что-то высокое и прекрасное в этом похищении. Далее. Я похитил у него эту Марианну, эту Филину, эту Миньону, ибо я уж очень погрузился в эти образы. Вильгельм Майстер не книга для тех, кто только что оправился от тяжелой нервной болезни. Далее. Похищение Юнгера. Отличная комедия. Я люблю эти похищения, потому что они придают особую жизнь интриге. Понятно. Все? Понятно? Контекст милейший не меняет сути дела, ибо в том и заключается особливая хитрость преступника. Он так затемняет смысл фразы, что она на первый взгляд может показаться совершенно безразличной и даже невинной. Любопытно узнать подлинные мысли этого хитрейшего крючка. У меня к вам, милейший, не менее 100 вопросов. Не скрою, все они направлены на то, чтобы выведать, о чем вы думали, как вообще всю свою жизнь, так в частности при тех или других обстоятельствах, например, при записывании подозрительных слов в ваш дневник. Но я думал... Думание, милейший, само по себе как таковое уже есть опасная операция. Думание опасных людей тем более опасно. Пусть себе пройдоха задает свои 100 вопросов. У меня и в мыслях не было, что молодой человек мог похитить нашу принцессу, которая уже несколько лет как удрала с бродячим комедиантом. Но мне нельзя было упускать случай поднять шум для восстановления своей репутации. Мой государь стал проявлять ко мне равнодушие, а между тем никто, как я, не знает всех тех маленьких услуг, которыми приобретают милость у государя. И тут, как небесный дар, свалилась эта история с похищением. Своим донесением о том, что я напал на след бежавшей принцессы, я сразу вернул себе свое положение, которое был уже потерял. Опять уже находят меня умным, мудрым, ловким, а главное, столь преданным своему государю, что присваивают мне имя опоры государства.
разинут. Да здравствует искусство прозачерную тень на самые безобидные вещи. Пусть об этом узнает весь город. Какие разительные